Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Андрея Николаевич Мед, вот такой вот у него ник. У нас коллекционер 51 косамов. Надеюсь, что этого хватит. Как показывает практика, последнее время реально просто тупо поднимают эту планку и никак не могут остановиться. Но вроде уже для бездона делают, и все равно, блин, не могут они установиться, никак усмириться. Так, бездонатный аккаунт находится в гильдии Украина. Первое, третье места. Собеседование в Вайбере. Номер на экране. Телеграм Скипстер. Вот так вот. Так, окей, смотрим, что у нас. Говорил посмотреть атаку фортов. Сейчас глянем. Красавчики. Так, и что тут? Диктаторы. Жесть, короче. Самая слабенькая гильдия. Диктаторы. Да уж. Ну, в принципе, на атаке фортов что не сделаете, кто первый захватил. Если правильный спам, в принципе, будет там держаться. Так, окей, смотрим, что у него тут вообще по аккаунту делается. О, много недостающих героев. Так, Бигфут, Заклинательница, Макдуха, Нубис, Стрелок, Седна, Афина, ПБшка. Ну, я думаю, по-любому кого-то выбьем. По-любому кого-то затащим. Так, окей, смотрим дальше. Смотрим дальше. Тыковка неплохо. Смерть Утикаха. Атланта отлично. Вообще огонь. Смотрите, сколько десяток. Одиннадцатая. Девятка. Восьмерка. Ну, зачем ей Берс? Остановитесь. Так, ТУшка. Просвет. Дрейк Утикаха. Интересно. Вот мне интересно, что будет на девятых талантах. Будет, походу, жесть. Ронин. Так, Фрейка, конечно, интересно у него. Даем ему силушку, вдруг повезет. Да, неплохие таланты, неплохие герои. С каменкой. Интересный выбор. Хватает талантиков. И героев, в принципе, хватает. Неплохо. Очень даже неплохо. Так, ну что. Коллекционер. Интересный коллекционер. Посмотрим, попрет, не попрет. Очень-очень это интересно. Ну-с, поехали. Профессор Риббит падает. Паладин. Ничего себе. Прям так сразу имп накидала. Одер, Сноу. Блин, а герой-то падает, а вот эктоплазма, нифига. Суккуб Фрэнки. Кстати, не видел, Фрэнки есть или нету. Сердцеед Камбо Грома. Это интересно было. Малышник. Да, ну не скажешь, что герои не падают. Герои падают, слизни не падают. Еще один малышник. Был бы прошлый у нас коллекционер. Так, суккуб, еще один суккуб. Да ладно. Медуза. 20к мы убили, и что мы имеем по героям? Ничего, собрали в принципе половину. Неплохо. Поехали. Поехали, побегаем пока в рейде. Ронин, походу, без утекания, ой, без уклона сливается очень быстро.
60%, в принципе, набрал, неплохо. 79, ничего себе. 80. Надо будет взять какой-то аккаунт после Бейчем и побегать на битве Гелипа, потрешивать. Так, окей, поехали дальше. Не расслабляемся, нам надо куча имбовых героев. Так, ведьма. Тесса сразу же, ничего себе. Вот это так подгончики были. Капитан Дрейк, блин, да дайте уже какую-то имбу одну. Куча героев недостающих. Шесть малышейников дает и все. Unreal просто. Че это за издевательство? Я офигею. Как так можно? Это просто жесть. Сколько их там? 5 или 6 уже упало. Ничего себе. Это зажрались тотемы огнекрылов. Ужас просто. Даже я себе такого не позволяю. Ууу, есть. Ну, поздравляю. Мохнатка, в принципе, именно то, что тебе надо было. Сейчас я посмотрю, или точно она. По-моему, ее не было у него. Да, огонь. Вот это супер. Вот это уже радует. Можно идти еще раз в рейд. Только неким. Сейчас кого-то запустим. Как видите, после рейда как-то повеселее всегда падает. Почти доломали забор. Поехали. Спрятал он тотем. Да я говорю, это что-то как-то, блядь, как-то дико. Я ради этого готов даже 10 самов потратить. Так, окей. Не, в этот раз не повезло так, как там. Так, рандомчик. Интересно, что там у нас по слизни делается. 12-15. Ну, в принципе, тут шансы есть добрать. Но уже видите, опять Влад Дракула. Что мы... Ну, блин, да что такое? Дайте какую-то, блин, Фрейю, Анубиса. Блин, фея. У Фрейя у него, в принципе, есть. Вот, наконец-то мы собрали. Что мы имеем? 15-15, 44 тысячи. Ну, такое, в принципе, лучший результат, чем все остальные. Ну, конечно же... Блин, просто жесть. Фрэнки падают. Хранитель. Ну, блин, хоть Махатму выбили. Вот это хоть радует. И Химку выбили. И Хранителя выбили. Вот так вот. Ну, героев, конечно, нападало круто. Но то, что нам надо, более-менее. Хотя бы слизней собрали. Вот это радует. 10 камней. Ну, такое себе. Слизней собрали. Ну, тоже такое себе. Я бы не сказал, что плохо, но, в принципе, сделали порочный пак, достали, Махатму достали. А, что там у него по талантам, что-то есть. Порочный пакт. Сейчас попробуем его за 50. Раз плюшек, может, что-то интересное вылетит. Так, смотрим. Ну, эти карты я открывать не буду. Открываем сразу вот эту карту. Ворожей, блин, нафига ему ворожей? Ну, хотя бы
как дополнение Бастион, ну тоже неплохо. О, поздравляю, смертушка уже тоже есть, не было ее, оказывается. Отлично. Вот, конечно, сейчас кал идет. Дисторос. Так, открываем бабульку. Ну, в принципе, с этого все. Больше ничего такого интересного нам не упало. Ну, идем посмотрим, что там за бабуля ему упала. Да, повторочка ворожая будет. Ну, вот такая вот бабуля. Такое себе. Ну, герой сам по себе очень офигенный. В принципе, ему она очень-очень поможет. Особенно в многих локациях. Не знаю, что там у него пройдено. О, кошмарки у него. О, как все печально. Да ладно. Жесть. Ну, тут однозначно она ему поможет с его героями. Хотя он уже с его героем мог далеко прийти. Тритона надо вкачать, или нужен даже Анубис. Тритон с пактом, тем более, потратит на него ресурсы, но будет выклад намного круче. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Поздравляю тебя с порученным пактом. Хоть это и не та награда за 50к, которая должна быть, по идее, для пиздоната. Ну и Махатма есть. Все, всем удачи, всем пока.